передача Манучаряну будет прямо сейчас. Снова до удара дело не дошло. Вот здесь Ерохин! Ерохин! Удар! Гол! Забивает Урал! 2-1, друзья! 2-1, друзья! Вот так продолжается голевая серия Урал. Уже 13 матчей подряд. Если брать еще и прошлый чемпионат, Урал забивает. Ну и вот такая неприятная история для Локомотива. За 20 минут до окончания встречи Локомотив пропускает гол. И счет в матче теперь уже 1-2. Счет в матче 1-2. Замена. Вот так подоспела к пропущенному мячу Локомотива. Майкон. Кого он меняет? Да, меняет Ньяса, как мне предполагали. Тут, собственно, вариантов по сути других не было. Потому что остальные три футболиста у Локомотива игроки с российским паспортом, я имею в виду Миранчук, Касаев, Самедов, группа атак. Их заменить было невозможно из-за лимита на легионера. Майкон играет центрального нападающего теперь. Локомотив.